Ребята, всем привет. В общем, отправился в новом году первый мой выход в лес. На улице стоит 30-градусный мороз, но для сибиряка это не помеха, так что отправляюсь на своем фэтбайке. В планах у меня сегодня что, доехать до избы, если, конечно, есть дорога накатана. Но если дороги нет, то поставим, палатку с собой взял, будем ставить летнюю. Зимней у меня пока что нет, так что, ну, такие планы, в общем, у меня. Нахожусь сейчас на реке Тельбис, вот. От дома проехал уже километр 5. Вот, сейчас нам надо держать. Но здесь вот вроде накатано. Не знаю, сейчас дальше глянем, докуда она идет. Берегом, друзья, дороги нет. Пришлось ехать прям по речке. По реке ехал вниз. И сейчас вот где-то вот здесь мне нужно свернуть. Не знаю, тут вот какая-то лыжня или что накатана есть. Сейчас посмотрю. Но мне нужно вон в ту ложбинку. И вниз по реке тоже накатано, кстати. Не знаю, друзья, ладно, сейчас посмотрим. По реке фэтбайк едет отлично. Не юзит, не заносит, не скользит. Снимать не стал. Экономлю аккумулятор, так как на улице мороз. Повербанк с собой взял и две запасных еще аккумуляторы для камеры. Так что пока вот так. Шикарные виды открываются. Вот такие вот. Панорамка такая для вас. Ну вот и приехали. Ломиться, друзья, к избе не стал, так как дороги нет. Выбрал себе такое живописное место. В общем, остановлюсь здесь. Ой, замерз весь. Вот. На берегу реки. Такое вот живописное место. Ладно, сейчас буду здесь стоянку себе делать. Дров тут много. Что-нибудь напилим. Thank you.
Ребята, у меня камера разряжается с бешеной скоростью. На улице такой мороз. Лицо щипит. Сейчас пьем чай, разводим костер. Палаточка стоит. Ни печки, ничего с собой нет, друзья. Не знаю, как я тут сегодня буду ночь. Но будем кочегарить костер. Так, сейчас свяжем две палки. Вот так вот примерно. Ой, руки мерзнут, друзья. И закручиваем.
О, блин, китайское огниво. Вот такой костер, друзья, чем лучше, что можно разводить хоть на воде. Главное, чтобы палки стояли, опоры сами, и поддувает снизу, кстати, и разгорается здорово. Сейчас согреемся. Вниз укладывайте всегда сырые бревна, тогда он сохранится дольше на весу. Такой костер. Его не надо раздувать еще, он сам себя раздувает. Очень удобно, кстати, друзья, можно приготовить еду, обогреться также, если вы замерзли, намокли там где-то, промокли. Ну а на ночь надью будем делать, у ноги ночевать. Такой костер не пойдет на ночь. Это так вот днем обогреться. Удобно очень, кстати, друзья, обсушиться. Тем более, как сегодня минус 30. Даже минус 32, может. Потому что лицо, руки замерзают сильно.